Безусловно, глаза – это очень нужная и полезная штука, потому что если бы не глаза, то мы бы с вами здесь не встретились. Поэтому давайте поговорим о них. Это 10 интересных фактов про глаза. Самые первые глаза на планете начали появляться примерно 550 миллионов лет назад, когда Земля была заселена только одноклеточными организмами, которые были слепые и плавали в воде. У некоторых из них в результате мутации начали появляться скопления определенного белка, который реагировал на свет. Вот так и началась эволюция глаза. А конкретно ваши глаза начали формироваться через 2 недели после вашего зачатия. Брови задуманы природой для того, чтобы пот со лба не попадал в глаза, а ресницы для того, чтобы отмахивать от глаз пыль. Сразу вспоминаются те женщины, которые полностью выщипывают себе брови, а потом рисуют карандашом новые, чтобы форма правильная была. Самый сложный орган в теле человека – это мозг, а на втором месте находятся глаза. Люди в среднем способны различать примерно 10 миллионов оттенков цветов. Но 2% от всех женщин имеют особую генетическую мутацию, благодаря которой они способны различать не 10 миллионов, как все, а 100 миллионов оттенков цветов. Если бы человеческий глаз был фотоаппаратом, то его разрешение составляло бы 576 мегапикселей. Глаз страуса больше, чем его мозг. Вообще, глаза у страуса больше, чем у любого наземного животного. Люди при общении смотрят друг другу в глаза. Они наблюдают за движениями мышц вокруг глаз и подсознательно это движение анализируют. Таким образом, это позволяет им лучше понять эмоции и состояние собеседника. Но мы не одни такие. За 1000 лет домашние собаки научились этому у людей и теперь ищут в глазах людей подсказки. Причем делают они это только с людьми, друг с другом собаки так не делают. Нельзя просто так взять и чихнуть с открытыми глазами. Это невозможно. В нашем мире насчитывается около 40 миллионов слепых людей, так что радуйтесь, что вы не из их числа. Еще 10 тысяч лет назад все люди на Земле были кареглазыми, но в результате генетической мутации появились и другие цвета глаз. Причем карий цвет глаз до сих пор остается самым распространенным, а самый редкий цвет глаз – это зеленый. Только 2% людей в мире имеет зеленый цвет глаз. Но все-таки самый-самый редкий цвет – это фиолетовый. Но такой цвет глаз можно встретить только у альбиносов. Если кто не знает, альбиносы – это те, чья кожа и волосы в результате генетических отклонений имеют полностью белый цвет. Причем альбиносами могут быть даже негры. Как я уже говорил, в мире самый распространенный цвет глаз – это карий. Но в России чаще всего встречается серый. А какой цвет глаз у вас? Напишите об этом в комментариях. Давайте сверим их с официальной статистикой. На этом все. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. С вами был Демиос, пока!